я в аптеке Вита, доброе сердце, работает мама. Мама, папа. Мне в аптеке Вита работает мама. Моя мама заведующая. Моя мама, бабушка, еще одна бабушка. И еще дядя. У меня в аптеке Вита работает мама. В общественной сети Вита у меня работает моя мама. Мама работает в моей аптеке Вита. У меня в аптеке работает папа. Мама Оксана, папа Серёза. В аптеке Вита у меня работает мама. Моя мама, ее зовут Дунаева Светлана Викторовна. У меня в аптеке Вита работает мама. Баба Люба Малахова, главным бухгалтером. Мама проверяет овалы. Хорошо стояет. Мама на работе работает. Она организовывает управление персоналом. Моя мама там делает экзамены, лекарства всякие продает. Она у меня работает начальником отдела рекламы. Наверное, она делает рекламу. Мой папа программист, поганый, пишет. Мама считает деньги, бабушка директор, а другая бабушка работает на складе, а дядя машину чинит. Папа охраняет работу, а мама ездит по разным аптекам, лекарства других учит продавать. Меня мама работает в торговом зале консультантом. Она работает заведующей отделом косметикой. Она распределяет денежки, дает зарплату. На компьютере. Аптека, наверное, это такое здание, где продают специальные лекарства. Аптека – это магазин. Там всякие компьютеры, и шкафы, и витрины. Аптека – это место, где очень много лекарств, и есть иногда вода в некоторых. И сладкие таблетки, и витаминки всякие. Кругленькие они, вкусные и полезные. Дом, в котором помогают людям. Где продают там лекарства главные, там витаминки, все. Это таблеточки какие-то, вот сиропы. Питание для детей, игрушки, косметика. С этой стороны там гематогены, оскорбинки. Сампуни, щетки, пасты. Ферре, соки, витамины, оскорбинки. Аптекает лекарство и это именно. Если больница далеко, то можно сходить в ближайшую аптеку. Там его проконсультируют, что лучше той или иной болезни, какое лекарство надо. В аптеках есть все. У меня дома есть лекарства. У меня дома полно лекарств. Мурафен, глицин у меня есть, это... Витаминки есть. Тазилгон, анферон. Витамины для ума. Пензитал, процетамол. Лекарства нужно для того, чтобы лечиться. Лекарства нужны, чтобы не болеть. Когда я болею, мама мне дает вкусное лекарство. Еще и укол мне мама делает. Лекарства нужны, чтобы люди их пили и выздоравливали. А когда мы уезжаем, мы всегда берем пол чемодана лекарств. Если, например, укачает кого-нибудь в самолете, или упадет кто-нибудь, то можно пластырь будет наклеить, или дать какое-нибудь еще лекарство. Когда я вырасту, я хочу стать пожарным, тушить пожар, спасать людей от пожара. Когда я вырос, я хочу стать милиционером. Когда я вырасту, я буду полицейским. Я хочу вырасти, когда буду большой, стану доктором. Я хочу стать актрисой. Я когда вырасту, я хотела бы работать в магазине.
Я хочу стать ветеринаром. Я хочу стать ветеринаром и лечить животных. Когда я вырасту, я стану певицей. Когда я вырасту, я стану детским врачом. Или либо врачом, либо врачом животных. Или кем мама работает, или бабушка. Я сначала хочу получить образование дизайнера, создать свою собственную фирму. И, возможно, я буду делать дизайн для аптек, чтобы люди заходили в аптеки, им становилось более легче на душе и радостно. Дорогая, любимая аптека Вита, я хочу поздравить день рождения. Я хотела бы пожелать, чтобы хорошо в аптеке работали. Чтобы много подавалось лекарств. Чтобы она никогда не ломалась и в ней никто не ругался. Чтобы аптека Вита всем помогала. Было много клиентов. Чтобы люди, которые ходили в эту компанию, работали в ней, они очень любили свою работу. Желаю вам счастья и это счастье и работать вот в этой аптеке. Поздравляю! А это я дарю в подарок компании Вита. Мой рисунок. Если с Витой вы друзья, будет счастлива семья. Я хочу аптеке Вита подарить тесок. Поднялся на соголок, все под солнышком растет. То тут и репа, и салат. Тут и свекла, и горох. А картофель разве плох? Дорогая Вита, я дарю тебе свое выступление. Я поздравляю с днем рождения тебя и дарю цветочки, которые я сделала. Румянились вишни и слива, налилась золотистая рожь, и как море волнуется нива, и в траве на лугах не пройдешь. Солнце ходит высоко над сводом раскаленных озной небес, пахнет липа душистой медом и звучит полный сумрак лес. Сидеть мне надоело, лапы сложа. Я очень бы хотел пойти сторожа. Висит объявление у наших ворот. Собака нужна сторожить огород. Ты меня знаешь, я храбрый щенок. Появится кошка, собью ее с ног. Я гавкать умею, умею рычать. Умею своих от чужих отличать. Котята боятся меня, как огня. Скажи мне по совести, примут меня? Аптека Вита людям помогает, здоровья каждому желает. Аптека Вита – лучший друг, это знают все вокруг. Аптека Вита. Лежим на бетон.